Соблюдая старые добрые традиции, в этот момент творится история. 11-й промышленный конгресс открыт. Он соберет более 2000 специалистов в области промышленности со всей страны. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Симферополя и других городов смогут познакомиться с донскими достижениями. Этот конгресс может позволить, во-первых, найти новых партнеров, участников этого мероприятия. Ну и, конечно, немножко все-таки повернуться лицом к молодежи, показать, что промышленность – это не только громкие слова, это и изначально это станкостроение. То есть привлечение молодежи – это тоже, наверное, одно из основных направлений этой выставки. Азовские машиностроители представляют ряд современных станков. Коллектив из 30 человек производит механизмы для систем связи, робототехники, судостроения и машиностроения. Этот станок нужен для заточки осевого инструмента. Он нужен в любом машиностроительном производстве, ну, собственно, в инструментальном цехе. На нем можно производить заточку пресс, разверток, зенкеров. Промышленный конгресс – площадка для знаковых отраслевых событий. Для специалистов организованы бизнес-экскурсии на станкостроительные предприятия Ростовской области. Юлия Карасюк, Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко на Дону.